Короче, я-то дома 5-10 минут. Досмотрите людей и дойдите до ребра, я подойду. То я не отходил вообще. Я тоже не отходил. У вас есть время просто покурить, там отойти 5-10 минут. Мужчина, из себя на леди кикнули. Но это были непредвиденные обстоятельства. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Сейчас монитор пойдет смотреть. Сейчас он упадет. О, тебе повезло. Танки хорошие. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Поклонского хиль Джерион, Поклонского за хилем сейчас упадет, Джерион за хиль Поклонского. Все, я пока отошел. Его было очень трудно, и я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся. Но вскоре он склонится перед своим королем. Никогда! Я никогда не буду служить тебе! В конце концов, все вы будете служить мне. Готовьте молот Оргрима к последнему полету. Герои, мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем ждать вас там.
Вы убили там трэш? Бьем. Анрикс, ты почитал совсем? Не, отходил. Почитай, пожалуйста, ПМ. Ну, блин, я тут просто милипать уже собрано. Сова вторая надо. Сейчас я отойду, еще на пару минут кофе сделаю. Так, Крюгер что-то говорил про Африка? Блин, демон надо врать. Я уже тут. А, подходи. Пишем Аркана Ковролем. Клайман тут? Да, я захожу, мне выкинул. А запили такой сокет? Давай, Риги, я тебя запилю. Паладины, разобрались с бафами? Так я что, и обмен? Там обмен даю, да? Ну, дай мне обмен идти, если да. Бестно тут? А, не тому даю, плюс они. Дайте каску по локу и бафы. И два на РПБ. Кто может котом пойти? Смотри, соло берешь котом, а водотипку этот полено. Да, ДЦ нужен. Зачем у тебя войд холик?
Вот это психодеприст. Кидай мне, блин. Все, пошел, дайте лапу. 300 баф. Это такая. Как на пул. Спасибо. Олег, как в Викем идти? Может, я пойду как танк, а поклонский в ДД? Да, что такое? Киво, у тебя нету АДК? Спекаюсь. UW. Поклонский БДК. На него напуливаем. Каску клад можно по друидам? Давайте в темпе 2 часа надо все это пройти и забыть каску под видом. Кто каску дает? Тогда у видом каску. У нас на дрейде дрейд только сейчас подошел, дай еще каску ему. Дал. Нет каска. Я понял. Хуй его знает, у меня не висит, он ему не показывает, ладно. Да есть на нем. Танки давайте так же, как на первом ЦВК. Разбегитесь, и будет четко. Шипы. Ой, два хила на шипы. Давайте быстрее шипы. Шипы. Играйте хил на шипе, можно дать сакру. Кажется, или вихрь очень стал долго оставаться. Давайте в шипы. Еще мне кажется, что он тут ДПС побольше, чем в прошлом районе. Ну, с лока шип сбейте. Кто-нибудь сольет с лока, нет? Сзади. Все, уже поздно. Слушайте, агрите одну пачку, потому что я хило разруливаю вещи. Кому осколки? Ни к чему. 3-3. Кто выше по списку? 3-3 или ни к чем? Ни к чем. Чему 5, а мне еще 20. Понял. Щит. На хила. На офф. На офф. На офф. Очень уж на офф. Пояс РДД. Кольцо Ниликовское с ловкостью, меткостью.
кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Не духи нить. Да, мы сосмотрится. Достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Весна, бей, трэш. Я буду минусовать. Я макрос пишу, я. Ладно. Сложи просто 22-20. Если мы все будем бить трэш, нормально. И не падать на боссов, то мы пройдем за час 45. Не хочется сидеть здесь 2.30. Рыбу поставил в центре. Так, тут же... Бля, отойдите от рыбы, вообще нельзя вообще покушать. Киве, давай-ка в танка, слева будешь танчить трэш с Поклонским. Первая на пол на Поклонского, вторая фаза, потом Киве. Протопал справа, диплом. Капли с пула юзаем, звездопады с пула. Кому из шаманов заливать маны? Смотри по мане, кому я заливаю, кого меньше. Поставь, пожалуйста, в патик хилам Клаймана. Бля, у тебя фреймов нет. Не, а я играю без. Так ты вытащи, открой общение, рейд и вытащи шаманов, прям перетащи на куда тебе удобно. Так, чек на пол. Че еще надо было сказать? Помогайте контролить людей, помогайте диспелить леди, не бейте АУЕ дамагом людей в контроле. Что? На кого-нибудь. На Клаймана. Кот бьет трэш? Нет. Бей, леди. Олег, а ты стрихилайдец? Да. С моба с лестницы. С ложи выходим. Клаймен, подними Алисандру. Пожалуйста, бейте трэш. Справа трэш не добит. Контролим людей. Забафайте мага. Никакого АОЕ дамага по своим. 55% ни к чем почему-то. Загадка. Помогайте диспелить леди. Там эти, как его, бафы на ней. Давайте, опять вышел трэш, все в трэш. Контроль через 9 секунд. Контроль 3 секунды. Трэш слабо бьете. Контрольте своих. Давайте. Луна, трусы. О, вижу трифира. Неплохо. Да один. Просто по троим. Стопайте по леди. По леди стоп. Не бить леди вообще. Пэтов убрать. Бейте трэш. Вот этого трэш надо добить слева. Все в трэш. Бля, 10к у леди. Давайте все в трэш. Никто не бьет. Диплом давай сакру. Только трэш. Поклонский хватай босса. Старайся хватать босса. На пул на Поклонского. За духами следим. Все в трэш. Только трэш бьем. Помогаем диспелить проклятие. Расконтролили людей. Соло, давай гимн отхил.
Бесмод, подними Applebox, отбежали от трэша. Applebox, подымешь Поклонского. Вставай быстрее. Бля, только не умри. Подымай Поклонского. Вставай, Поклонский. Так, теперь фулбаф по рейду. Отбежали от духов. Все от духов отбежали. Отбежали от духов. Все в трэш сыграли. Все только трэш бьем. Сейчас будет контроль. Стопаем АУЕ дома, контролим людей. Так, я в контроле. Квадрат законтролить. Вихрь. Отбежали от духов. Вихрь. Вихрь по квадрату. Три сопротивления, ёб твою мать. Сейчас квадрат сдохнет. Да уже дал, блядь. Клайман, на тебе был СС. Вставай. Отбежали от духов. Отбежали от духов. Не взрывать духов. Рост КД или нет? Бутербол есть? Ну КД есть. В смысле, я скилл могу взять. Пока не надо. Бейте трэш. Все бейте трэш. Расконтрольте людей. Трусы за контроль. Блин, уже законтролили. Луну контролем. Квадрат. Отбежали от духов. Все в трэш сыграли. Опять вышли духи, отбежали. Так, присты, поем гимн Амано. Все присты можете спеть гимн Амано, просто ТТМ бейте трэш. Контролим людей. Контролим людей. Кто-то пал в контроле. Второй БДК хватай, трэш. Но не бейте трусы, ё-моё. Никчем вот этот фрешблот, кто там Баланар бил. Да. Отбежали от духов. Тупо так по кайфу вы взрываете духов. Здесь сдохло 5 человек. Самое конченное убийство леди, которое я видел. Не то, что в прошлом 22. Там еще конченее было. Авентадора, ты не можешь там обновлять бомбу, когда кого-то кидают в контроль, не бить своих там. Забавьте пока на сам. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Альянсу тут очень много. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Эй, как дела?
Встаньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактар-Агар! Ортрон, взлетаем! Есть диверсанты какие-то за месяцем, кто пойдет? РДД. Зачем? За месяц. Вы видите? Что за месяц? Не агри, не агри, уйди назад, уйди назад, он будет тебя... Уйди. Там же Мурадин палит. Смотрите, откуда кастуется искушение, блядь. Искушение? Видали, блядь, как я в бездну полетел и тут же джетпак нажал? Спать надо. Вообще не говори. Там таких скилловичков любят. Так, счета кому-то надо, запускайте сурка на офф. Коркран, выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Блять, только что. Присоединись ко мне. А разве они идут холипалу? Да, на эту, на вайку похилить там. Это надо кому-то? Лень, тебе надо? Я здесь, чтобы забрать его тело. Я счет, если с холипала, я счет одеваю на вальку. Это все, максимум, где их можно взять. Ребята, может у кого пряжка есть в пояс? Я надеваю счеты на варку, если тебе тренер дает 600 СПД. Я бы не позволил... Чего? Он был бы в безопасности в Городаре. Говорю... Это, чашка дает больше СПД, зачем тебе счеты на варку? Так, я на варку одеваю счеты и чешку.
Ну так а то вторая тринити дает тебе СПД интеллект. Зачем? Не знаю, ради постоянного СПД. Ну поставь рыбу, пожалуйста. Ты имеешь в виду завязать этот прок под конец, да? Ну да, там свет небес под 220 тысяч, где-то крипует. Хер его знает, ретрить, оно сильно надо, там он без своего трения для Эрдру, например. Ну, вообще у меня нету трения. Чешку я точно не возьму. Чё это? Она всем хилам нужна. Ладно, дайте ханту. Охуеть. Вот это я сорвал без ДК. Эр у кого-то есть? Есть у Клайвена. Подымай. Кого? Не надо, не подымай. Можете еще одну геру Спасибо, паладина, что ты даете кулак вовремя. Кто кулак бафет? Мы похороним тебя, как подобает. Дадите локу, рыба. Это танки так себе просто. Редками. Кто кулак бафет? Это просто не фиксировать разгон. Откуда я знал, что я сорву с него? Я ж не знал, что это притопчик. Блять, он, не знаю, паладину бафайте сразу, человек падает, сразу бафнули, когда его рестнули. Да я ему сейчас бафнул каску. Бафать кулак, сказать, там избирается. Вы говорите, кому кулак. Я не вижу, кто там падал. Шаманом кулак. Защитник надо кого-то? Разве что на второй спек. Ты можешь паролить. Ну, пускай забирает, если ему надо, он вам кинет. Я НХ еще там далеко не вообще. А 2 ЕБ это в честь чего? Не знаю, тут аддон выскакивает просто. Хорошо, что ЕП выскакивает, а не ГП. Дай обычную печеньку ренивал нашу ману, пожалуйста. Держи. За плащ НАТО или Кристер друг на оф. Ну
Помогите похилить кто-то. Четвертый, спекнитесь в хила. Мы там сагрили, короче, походу Вальку, а два шамана осталось у Фрука. Выходите, убили Вальку. Клинк ДПС, Сурка, полностью. Да, ДПС, кстати, ДПС, ребята. .317. Жесть. Было бы больше, если бы не упал. В этом, да, в этом рейде на 20к ДПС больше, кстати. Есть шанс доп ЕПС сделать. Балонар или Сандра хорошо дамажит Нелтер. Да и вообще рейд такой средний, нормальный. Так, давайте так, 3 ШП на рейндж. Ой, сзади ловушку запустили. Бейте пока ловушку. На рейндже 3 ШП, 2 совы, хант, протопал, демон, лок, я Вентадора. Вентадора, ты ВРК?
конечно, рейдж тогда. Мне сейчас их можно обезвредить. Дай мне лучше эту штуку. Если у тебя еще есть. Не жалко. Спасибо. Найди бафы по друидам, пожалуйста. Приста баф. Рыба стоит. Три ШП, две совы, Крюгер, Авентадора и Гетто с протопалом. Можно этот демон не будет стоять на рендже? Блин. Давай тогда Баланар на рендж, а Крюгера под босса. На, бля, Холокост, а давай ты на рендж, ты жафлик. Чё? Кто? Тебе не надо на иллюзоне бить босса. Перебегайте. А, Баланар или Холокост. Давай посмотрим, где вы стоите сейчас. Ну-ка. Ты вышел на рейндж? Да, я стою. Да я смотрю просто, чтобы мы не забивали тут. Давайте Инер Анриксу. Хорош. Давай, бабу прожми. Прожал. Вижу. Крюгер, ты если встал в мелизону, то хоть отбегай от босса, хоть за спину. Не хочется захиливать эту хуй кака. Перебежали за спину. Ой, Клаймон, прожми что-то, не застаю. Сука, блин, покадев, ёбаный блин. Сакру давай. Сакру дай. Слизень в мелизоне. Забери, что ли.
Маланар, выходи на рейндж, там Клаймен сдохнул. Перчатки на фуре кота. Хоть плыви по ней в круизы. Ого, я поэт. На объект опять. На мейн. А он демон уйдет, нет? Не знаю. Идет. За 10% можно забрать? За половину. А шипа там нету третьего? Не, нету. Так а что ты спрашиваешь, ты уже шмотку забирал? Я поезд забирал, а не принял. Третьим считается шмоткой. А, ну ладно, тут этого фото нету. Давал с объектом 18к, короче. Варенштейн. Боком. Варен, блин. Скрин или этот, пиздёж? Да, скрин или пиздобол. Пиздобол. Дайте шкафчик, суманите меня там. Когда я бегу, наверное, секунд 10. Бля, простите, закончились камни случайно, сейчас нафармлю. Да все уже, не надо уже. О, спасибо, хан догадался, стая кучи красава. Скринить. Дайте пока 300 баф и МП5. ДПС свой, это же дурак. МП5 друида. Каска есть, 300 баф дайте, пожалуйста. По 5 люди падали, надо бафаться. 300 баф, присты, где? Все, сова забафана, пошли. Не вижу Мелизона. Мелизона там, Авентатора, давай Мелизона, дружище. Ой, сейчас блевать будем. Там этот Крюгер, отойди подальше. Не хочу, чтобы хилы блевали. И заблевал, короче, и пельмень. Спорка в квадрат встань, рядом которая стоит. Выжимай срезку и сакру. Ха,
соло тоже словил. У тебя это что? Вот такая вот хилбот. Тупо вообще нету проблем захилить 3 хила тут. Только на леди прожал один раз вродную стремительность. Так, бесовые наручи, перчатки на ретрика. Кольцо на фурика ФДК. Так, слышно, сейчас вылетел. Да. Наверное, опять вылетел. А сейчас слышно? Слышно? Кто в хилов? Никто. Сейчас зайду. Так, ждем зеленого слизня, так после чего переводим профа. Голокоста. Вчера Диана... не успели. Чего? Ну не ждали, зеленого сразу залили. Мало вчера ДПС был выше. Нари. Так, Крюгер, клятие косноязычия на красного, Холокост на зеленого. Хорошо. Йоу, пей столик. СС надо на кого вешать? Повесь на Клаймана. Пуляй босса. Идем зеленого слизня, не переводим. Ты поставил, короче, я поставлю тотем на силу природы. Я поставил, я уже поставил, стал на хосту. Ладно, поставил на хосту. Все, стопайте по профу, не бить профа, ждем зеленого.
стали в квадрат РДД зону. Не бить профа, 3%. Милики, если вы отлетаете, отходим в РДД зону потом. Зеленого слизнира. Череп. Вот зачем вот ты это сделал сейчас? Пиздец, минус один из-за тебя сейчас. Бля, вот так никогда не делайте, ни за магов, ни за локов. Переводите. Клаймен, поднимай Вентадору. На ком зеленый дебаф к столу. Бля, еще и стоял близко к зеленому перед этим. Забафайте мага, на ком красный дебаф РДД, сбегайте в цель зеленого. О, было много людей. Отбежали от зеленого сейчас. Жми глыбу. Смена цели красного. Так, хаблбокс. Поднимай Лиссандру. Пельмени следим. ДПСа больше, а трупов до пизды. Уже три. Бестмод, поднимай Вентадору. Все, БРФ нет. Играем в красного. Далее по магам баф. А кто еще падал, кроме магов? А, да, Вентадора два раза сду. Колбы сейчас смотрим. РДД, отходим в квадрат, будет зеленый слизи. Становимся в одну точку, сейчас в эту точку пойдут пельмени, мы отходим вправо, смещаемся вправо, сейчас смотрим. Подбежали вправо, в квадрат встали и бейте зеленого. Все в зеленого. Встали в квадрат. Ну, хилы не сбегайтесь, череп. Отбежали от зеленого. Короче, ждем сейчас с красного. 7%. Стопайте по профу. По профу, профа не бить. Плести спели гимна ману. Ставим тут темы. Заливаем миноры. Че вы в колбах-то стоите? Все красного играем, 2% профа. Отведи подальше от стола. Подальше отведи Поклонский, там сейчас эти колбы будут, мы не сможем встать, мы все умрем, и это вайп. Все, переводим профа. Колбы, отходим от колбы. Все, отбежали от пельменей, все к столу. Блин, не вижу. Все, давайте, короче, к столу. Звездочку. Допивай полностью эльки. Лужи. Так. Сбежались в череп. Смена цели красного. Не, не будет уже. Диплом забери босса. Прожми БЗ, забери босса. Thank you.
Поезд на Эрдро. Офспек. Интересно. Коритель. Надо как-нибудь пойти одним и тем же классом и посоревноваться. Ну стали вовсе. Ну короче, Хант мне написал, что это где-то на 2 минутки, и включил мне стая, чтобы я прибежал. И он за мной прицепился, так что будем со стаей сейчас бегать. Ребята, может кто поставить дживс? Я пока не могу прочитать это заклинание.
Дайте под друидом. Спасибо. Локи, дайте шкаф, что вы не видите, что ли? Глупые смертные, думали, что одолели нас. Сан-Лейн, непобедимый. Может, два гера спула. 45 секунд, когда. Наши силы едины. Оксана, был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. Тебе обязательно надо было здесь сделать? Чё? Солос для меня. Я специально от тебя отошел. Поднимите кто-то Авентадор, у кого нет КД. И зачем ты била босса сейчас? Наоборот, убежать хотела. Сейчас не надо было бежать, ну, точнее, не надо было бить даже его. Есть еще БР? Я давал. Сейчас я дам. Далеко. Я Берна. Оп. Пойте к гимнамону. Там пару секунд уберите. Вам 14к не хватает маны, что ли? Это на трэш, чтоб я не тратил 30 секунд, подпевал маны. Ну так, перчатки надо кому-то на офф? Офф эти пала и мага. То, блин, в этом рейде мы еще меньше говорим, да? Дальнего тактика за контролю. О, кстати, хотел спросить, Фрешблад, а ты с какого города? Напишите в группе, кто с какого города, там тема есть отдельная. Я из Киева. По-любому. Пошли, Александр, с тобой погуляем.
Пошли, я на Рексе еще возьму, пойдем. Нет, тогда я не пойду. Он же тем более на меня обиделся. Ну это в игре. Я думаю, в жизни тоже он меня ВКонтакте ЧС закинул, везде в ЧС. Ты, наверное, спамил ему какую-то хуйню, блядь, сделал. Не, ну он, помнишь, ты мне тогда 200 ГП дал, когда он танчил ДОС? Он мне потом ВКонтакте скинул видео, он такой, вот, смотри, типа, думаю, блядь, ну ладно, давай загляну. Посмотрел, сказал его ошибки, он там, давай свою тактику заливай, все, ты должен был делать так. Типа, я ему объясняю, что мы танчим всегда так, он говорит, нет, типа, ну, вы танчите так, а я хочу танчить так. Чё ты зациклился на этом, вообще не понимаю, это же, блядь. А ты спросил, типа, я тебе ответил. Это вообще странно. Кто, кого нет в нашей группе ВКонтакте? Спасибо за боб. Слушай, козырь, у нас Минска человек 8. Он завтра там этот Филиппец собирает сходку там, так что Фред Влад, иди с ними там погуляй. Да блять, опять сорвал, да вы чё хуй? Сильдар, у тебя нет вообще ВК? Я не пойду с ними гулять, чё мне с ними гулять? Понятное дело, не боишься. Ну еще меня блядь, заставит бухать. Тоже буду таким же алкоголиком.